В удачном благоустроили аллею у переходной галереи. Там появились освещенные качели, скамейки и трибуны. Строительство места отдыха началось в июне в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Место отдыха выбрали в администрации приполярного города. Учли близлежащее нахождение социально значимых для удачного объектов и отсутствие там благоустройства. В 2024 году обработают деревянные поверхности пропиткой, чтобы предотвратить разрушение скамеек и трибун.